Меня хакнул iShow Speed. Ну, что это? Что такое? Зачем он в мой аккаунт пошел? И что это за загрузка? Он явно чтобы что-то поменял. Офигеть. То есть он даже не надел этот френч фрай, этот картошку фри. Вот это вот. Неужели он ее не взял? Ну или как она там по-другому выглядит? Ой, вообще офигеть. Такой носит аватар. Балдеж. Странно, что он не поменял, кстати, мой ник. Вообще. Да.